Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A52s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве записать ускоренное видео. Для этого мы открываем камеру, и в камере мы листаем вот так вот в сторону до пункта «Еще», после чего выбираем гиперлапс. Это режим, с помощью которого мы можем очень красиво записывать какие-то ускоренные вещи. К примеру, выбрав 4x, мы можем снимать двигающихся людей. 8x мы можем снимать потоки транспорта. В 16x мы можем снимать летающие по небу объекты. С помощью 32x мы можем снимать движущуюся мимо нас толпу. И в 64x мы можем снимать закаты и восходы, а также можем снимать облака, которые движутся. Начав запись, к примеру, я выбрал 64x, то есть как это объяснить, 64 секунды съемки видео превращаться в 1 секунду обычного видео, то есть видео будет ускорено в 64 раза. А мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве найдете у нас на канале «Что я несу вообще». Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!